Ремонт и подготовка сельхозмашин и агрегатов к предстоящей жатве – это важные направления агропромышленного комплекса района и постоянно находится на особом контроле у руководства администрации. С целью обеспечения своевременной и качественной подготовки парка сервноуборочных машин в сельхозпредприятиях Кашхабльского района прошли традиционные проверки. В рейде приняли участие начальник отдела по делам ГОИЧС Николай Зверев, заместитель начальника управления сельского хозяйства Айдамир Тхабисимов, начальник гостехнадзора по Кашхабльскому району Беслан Хагауджов. В преддверии начала работ по уборке урожая и зерновых в рамках объезда мы смотрим готовность зерноуборочных комбайнов в соответствии их существующим требованиям безопасности, техническое состояние зерноуборочных комбайнов. До уборки осталось совсем немного. Делаем замечания, чтобы владельцы исправили существующие недостатки и во всеоружие приступили к уборке озимых зерновых. Без каких-либо происшествий, в сроки, чтобы завершили эти работы. Ну, по тем хозяйствам, которые мы сегодня объехали, удовлетворительное положение. Многие уже практически готовы. Комбайнеров есть соответствующие допуски, удостоверение тракториста, машинистов. Ну, продолжаются работы мелкие по устранению мелких недочетов, ну, регулировочные работы и так далее. Комиссия проверила техническое состояние комбайнов, укомплектованность противопожарными средствами, наличие необходимых документов, соблюдение требований и норм пожарной безопасности и охраны труда. Проверку прошли все хозяйства района, как крупные, так и мелкие сельхозтоваропроизводители. Вся техника готова к уборке, начиная с плуга, пожарная, тележка для обеда специально с душем. 6 комбайнеров, новые все комбайны, и зерновозы 6 с ними. Мы все готовы. Уборки, предположительно, когда приступите? 20 июня ячмень убираем. Сколько гектаров у вас? Ну, у нас мало, у нас 20 гектаров там на горе семенов. Вот это с него и начнем. Потом будем помогать фермерам сразу, потом подойдет пшеница и сразу рапс. Как отмечает заместитель начальника управления сельского хозяйства района, сейчас все внимание, ресурсы, силы и меры сконцентрированы для успешного завершения подготовки зерноуборочных комбайнов, другой сельскохозяйственной техники, участвующей в уборке урожая. Значит, уборочной техники 94 единицы имеем в наличии, из них 80, которые будут работать. Для посевной площади, которую нам надо убрать, это нам для уборки озимых вовремя вполне достаточно. Ну, то, что мы смотрели, и такое общее положение, ну, на сегодняшний день неплохое. Есть еще у нас немножко времени, потому что начало ячменя. Основная масса комбайнов уже готово, ну, скажем так, процентов на 90. Поэтому ждем хорошего урожая, будем убирать срок. Аграрии понимают, что технически исправная техника и правильная эксплуатация – залог успешной работы без простоев и потерь во время уборки урожая.